Целью финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных вирусов. В частности, американцев интересовала возможность переноса опасных патогенов дикими птицами, мигрирующими через Украину и Россию. Речь идет о сибирской язве, африканской чумы свиней. Кроме того, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты изучены документы о передаче по указанию представителей США, взятых на Украине человеческих биоматериалов, в иностранные государства. Кроме того, особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов, мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами, дикими птицами. Согласно документам скрытого распространения смертоносных патогенов. Участники спецоперации по защите Донбасса, геройские исполнители.